Всем солнечного дня! Вы на канале Мир Трав. Подписывайтесь. Нанея темная. Это лекарственное растение используется в народной медицине. В официальной медицине она не используется. Растение начинает цвести ранней весной вместе с медуницей и адонисом. Видео про адонис и полезные свойства адониса у меня есть на канале, можете посмотреть. Сегодня речь о нанее темной. У этого растения есть другие имена. Например, дурнушка, медунки черные, диряба, монашка русская, кривоцвет темный, чертов хлеб. Цветет нанея до самой осени. Растет она в степях, на лесных лужайках, на Урале, в Сибири. Также ее встречают в некоторых других регионах. У кого она встречается, напишите, пожалуйста. Стебель у нанеи прямой, ветвистый, густо волосистый. Листики тоже темно-зеленые, тоже с волосками. Растение невысокое, 20-25 сантиметров. Нанея – это растение сильно нектаропыльценосное. На одном небольшом растении нанея можно наблюдать до 15 пчел. Это лекарственное растение обладает противовоспалительным антибактериальными свойствами. Используют наземную часть нанея. Верхушечки срезают, сушат в тени, хранят, уже не раз я говорила, в тканевых мешках, в стеклянных банках, как вам удобно. А корни нанеи не используют. Также нанею используют при нерегулярных и болезненных месячных. Ее заваривают и пьют. При гипертонической болезни, при тромбофлеитах, при повышенном содержании холестерина крови, а также при опасности тромбоза сосудов и ишемических инсультов. Но прежде чем употреблять эту травку, обязательно консультируйтесь с врачом. Всем до встречи, не болейте!